Продолжаем о других событиях. В Казахстане продолжается предвыборная кампания. Кандидаты, депутаты Сената, парламента Атырауской области также приступили к агитационной работе. Всего в регионе выдвинуто и зарегистрировано 4 претендента. Однако один из выдвиженцев добровольно снял свою кандидатуру. Теперь агитационную работу продолжат действующий сенатор Сарсенбай Инсигенов, руководитель научно-производственного центра земельных отношений Компартии Миров и директор Урала-Атырауского осетроводного завода Гельман Сарсемалиев. Составлен график встреч кандидатов в депутаты Сената с выборщиками. Этот график был опубликован в областных СМИ на казахском и русском языках. Голосование будет проходить в Доме культуры имени Курмангазы. Участие в нем примут 132 выборщика. Это депутаты областного, городского и районных маслихатов.